В детском саду номер 33 работает один из лучших воспитателей Башкортостана – Ирина Ильясова. В этом году она признана абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года Республики Башкортостан-2016» и удостоена гран-при конкурса. Бабка по амбару помела, по сусекам помела. Театральный урок «Колобок». На конкурсе «Воспитатель года Республики Башкортостан-2016» Ирина Ильясова проводила подобное занятие. Как и сейчас, участие в нем принимали малыши второй группы. Это интегрированное занятие, туда входит и коммуникация, то есть развитие речи, и художественно-продуктивное, эстетическое развитие, то есть вот лепка. На конкурсе Ирина представила образовательный проект «Методы развития критического мышления». Важность проекта в том, что он учит детей выбирать из огромного потока информации только необходимые знания. Успех педагога на конкурсе – гордость для коллектива родного детского сада. Ирина Адамовна – яркий воспитатель, специалист своего дела, знающий методику, детскую психологию и владеющий на все 100%. Все свои знания, все свои как бы умения она передает деткам. Думаю, что Ирина Адамовна дала такой позитивный старт для развития всего детского сада и в целом системы образования. Воспитателем Ирина работает 13 лет. Говорит, в педагогический колледж поступила случайно, но уже на первом курсе поняла, что обучать и воспитывать детей – ее призвание. Каждый ребенок, он хорош по-своему. И понимаете, вот из года в год я заново удивляюсь и восхищаюсь вместе с ними. То есть один ребенок, он уникален где-то вот в конструировании и собирает то, что не могу я собрать, да. Другой ребенок в театральной деятельности удивителен. Они каждый по-своему интересны, замечательны. Главная задача воспитателя – привить ребенку правильные привычки и навыки, которые в дальнейшем будут способствовать его развитию на протяжении всей жизни, уверена Ирина Ильясова. Ксения Степанова, Владислав Щетинин, Стерлитамак, служба новостей.